Демонстрацией в Лозанне завершился проходивший здесь пятидневный саммит молодых экоактивистов. Манифестанты призвали европейских лидеров услышать мнение ученых по вопросу глобального потепления и принять меры по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. На форум в Швейцарию прибыли молодые люди из 38 стран мира, чтобы обсудить проблемы, связанные с изменением климата на планете. Встречу в Лозанне организовали участники движения «Пятницы ради будущего», основательницей которого стала шведская школьница Грета Тунберг.